Почувствовать себя звездой легко, уверены в ресторане «Европа». На третьем этаже торгового центра «Европа-10» открылось соло-караоке. Здесь появилась самая современная аппаратура. Это несколько больших плоских экранов и профессиональная аудиосистема. Одна композиция может прозвучать в 10 версиях музыкального сопровождения, от акустики до концертного зала. Все это позволит даже любителю вокала звучать не хуже, чем профессиональный исполнитель. У нас самая современная караоке-машина в Курске, и она обладает большой базой музыкальной. Эту базу можно регулярно пополнять. Вышел новый хит, он сразу у нас в машине. В день открытия в караоке подготовили фуршет и яркую шоу-программу. Исполнение песен чередовалось с выступлением ведущих юмористических и танцевальных коллективов города. Публика не жалела аплодисментов. Караоке в Европе претендует на звание лучшей музыкальной площадки города. Здесь огромная база песен от последних радиохитов до классического рока. Всего 10 тысяч композиций, более чем на 10 языках. В выборе поможет специальное меню. Одно из первых сервис оценила Екатерина Бурцева. Хороший звук, хорошее качество и... Вообще, когда поешь, чувствуешь себя, как будто ты профессионал на какой-то большой сцене. Это здорово. Конечно, хочется петь и петь. А с теми, кто не решается выйти на сцену один, споют дуэтом профессиональные исполнители. Расслабиться во время ожидания выбранной композиции помогут и дружелюбная атмосфера, широкий ассортимент блюд и уютный интерьер. И у детской кроватки такой, приятный бонус – вход в караоке-клуб бесплатный. По единому мнению первых гостей, караоке в Европе станет центром притяжения всех любителей музыки и вечернего отдыха. Очень, очень классно. Давно ждали, давно хотели, и наконец-то все свершилось. Караоке будет работать среда, четверг и воскресенье. Именно в этом формате люди смогут насладиться любимыми песнями в нашем караоке «Европа».